С понедельника по четверг. Трудная, но любимая работа порою бывает такой разной. Слушай, а ты кто такой? Почта России. Заказной вам. Почта России. Извращенец чертов. И когда вокруг происходит что-то непонятное и пугающее... Тут старушка мертвая. Что-то искали. Клад. Какой клад? Дурел? Помогите в этом деле со старушкой, а? Простая любопытность толкает на безумные поступки. Так вот вы какой, любопытный почтальон. Зачем тебе это? Скажи мне. Интересно. Тут что-то не так. Когда работаешь почтальоном, нужно быть готовым ко всему. Они меня хотели турецким сутенером продать. Да не я. Вы пацанная утка, да? Да ишь тебе, падла. Почтальон. С понедельника по четверг. На ТВ Рус.